пользой. Вот, а время дорого для всех, особенно в дневное время. Но те, кто в записи будут смотреть, не могут просто перемотать. Вот, и найти для себя то, что им интересно. Итак, состояние потока у нас сегодня тема. Такая глобальная, красивая, вкусная. Вот, и попробуем разобраться, что это за такое состояние потока. И буду поделюсь своим опытом. И тут как бы опыт есть опыт. В него включается все. Вплоть до отношений с коллегами, бизнес, и внутренние практики, и игра на музыкальном инструменте, и медитация, может быть, и обучение там, психологии. Это все опыт. Вот. И я бы сказал так, что любой конструктивный опыт, он очень полезен, неважно в чем. Да? Вот. Но если этот опыт еще есть несколько таких разных сфер, например, допустим, человек, ну, не знаю, занимает в офисный работник, да, какой-нибудь, да, занимается какими-то подсчетами, но при этом поет, при этом играет на музыкальном инструменте, его опыт будет объемным. То есть он и в своей работе будет по-другому, более эффективно, скажем так, мыслить благодаря музыке. И наоборот, человек, который есть вот какое-то структурное такое видение подхода к жизни, он будет музыку четче, скажем так, понимать и видеть музыку и как поток, вот как, про который мы говорим, да, и в то же время как структуру. Вот когда я впервые начал заниматься флейтой, вот такой индийской панцири флейт, да, я ходил к своему учителю в Москве, музыкант Павел Новиков, группа «Одно-но». Мне повезло, я познакомился с ним и стал ходить в занятия. И он мне, когда начал рассказывать про индийскую музыку, он говорит, это одна, именно традиционная классическая музыка, говорит, это единственная, наверное, классическая система, вот музыкальная, индийская, которая очень структурная, которой создается очень, очень мощная база, фундамент. Вот. И что он имел в виду? Ну, он говорит, вот есть пастушок какой-нибудь, да, пасет стадо, и у него есть флейта. Вот там такая вот флейточка, допустим. Он на ней играет. Вот сидит, и что приходит в голову, то играет. Ну вот, и вот он сидит и играет, то, что ему в голову приходит. И вот в том, что в нем приходит, вроде как есть состояние потока, да, то есть вот он приходит, но это он не знает, что он играет. Он вот как танец, в котором нету экстатик данс, да, знаете, такой, да, в котором нет структуры, в которой нету наработки каких-то определенных паттернов движения, там, нету тренировки, да, вот нервной системы, да, когда вот одно движение повторяется многократно, да, там прописывается нейронная связь, да, и поэтому он танец становится потоковый, но при этом он человек знает, что он делает. Ну, например, то же самое вот с martial arts, да, там рукопашный какой-нибудь бой, да, когда у мастера, да, там восточных единоборств много техник, но наработанных техник, да. Он на автомате работает, то есть у него все прописано, но он знает, что делать. Он может применить такую-то технику, он выбирает как бы вот в этом потоке там, борьбы, единоборства. Да? То же самое с танцем, то же самое с музыкой. То есть если нету базы, то это как бы уличная драка у человека получается. Он не знает, что делать, он не контролирует. То же самое, если нету базы, то музыка превращается, но она приятная, красивая, но для человека она неосознанная, она вот хаотичная такая, да, вот как поле электромагнитное, да, вот. А если она осознанная, если она, скажем так, с базы начиналась, да, все посистемно, то импровизация становится, она осознанная, то есть это импровизация, человек может
на скорости, там, в ритме, да, играть что-то, но там будет структура в нем. Вот. То есть, получается, состояние потока, оно будет однозначно, но оно будет наложено на базу. Ну и тогда музыка становится, даже не то, что музыка, а человек, который транслирует эту музыку, он начинает воздействовать на окружающее пространство по-другому. То есть он, там есть сознание. В этой структуре, в этой импровизации есть сознание, и оно как бы воздействует на другого человека. То есть это же поле сознания становится. Вот, чем отличается, скажем так, работа, да, вложенная в человека вот, в какое-то знание, в какую-то практику, вот, от просто его воображения, которое, вот, которое придумало ему вот, вот такие-то там, я не знаю, действия какие-то, да. Вот. И вот эта разница есть, она существенна. Самое главное, она существенна для самого человека. Вот это что я бы хотел сказать про состояние потока, да, и про, ну, в общем, про импровизацию. Может, какой-то вопрос у тебя есть? Да, есть как раз. То есть мы, получается, начинаем со структуры, с базы. Да, да. И потом ну, уже... Вот... То есть не музыка нам дает структуру, а сначала мы какую-то структуру получаем, и потом уже получается импровизация. Да, мы ну можем, вот... в принципе, импровизировать, независимо музыка, что еще, то есть все равно сначала у нас нужно наработать да. структуру. С помощью музыки мы можем наработать структуру, обучаясь да. музыке. Да, и это очень важно, именно с базы начинать, вот системно, начинается с меньшего всегда и с меньшей скорости. Например, вот бас-флейта, да, вот когда начинает играть человек, ему что, в первую очередь, он должен воспроизвести звук, да, он учится. Ну, достаточно быстро, там, за полдня может человек начать изображать, ну, звук производить. У кого-то сразу получается, у кого-то не сразу, но это в любом случае получится. Затем, что нужно человеку? Да, ну, в зависимости, так, надо мне отключить размывание фона, потому что там не видно мне. Флейта пропадает. Да, вот. Флейты разные есть, да, вот они тут по размерам просто могут быть, да, вот поменьше, побольше. Ну, когда человек начинает, там флейты поменьше, потому что пальцы не раскрываются до конца, у кого-то сразу, вот, ну, то, что вот это у меня до этого была большая флейта, вот это поменьше, соль, как у тебя. Так вот, что, если мы говорим про базу, такое же, такая же аналогия, например, в точности, когда такие притчи, да, когда ученик приходит к мастеру, там, Шаолинь, например, там, куда-то, да, ему говорят, вот на тебе палку, вот мешок, вот бей мешок. И он бьет месяц, второй, третий, четвертый, если у него терпения хватает, то он там через месяц уже приходит к мастеру, мастер говорит, продолжай. И тот полгода, если у него терпения хватает, он там долбит вот одно действие, вот это все. Вот. А или не хватает терпения, он уходит. Вот то же самое с флейтой. То есть, когда человек приходит на занятия, ему говорят, берешь вот этот, три ноты, вот эти первые, это три отверстия. Это базовая нота, са называется, да? Ну, у нас похожа аналогия до, как первая нота, да? Они в системе немножко отличаются, потому что са может быть и до, и ре, любой ноты, в зависимости от тональности флейты. Так вот, вот мы начинаем доиграть. Что-то флейту не слышно. Обрезает звук? Не слышно? Обрезает. Ну, я попробую пониже, может, пониже лучше возьмется. Пропадает звук сразу. Ну, он обрезает, да, этот. Он не любит. Если я буду короткие делать, его будет слышно. Ну, вот. И, в общем, делается длинный звук вот этой ноты. И, допустим, 10 часов надо. Ну, такая средняя рекомендация. Просто одну ноту играть. Это для начала. Потом 10 часов вторую ноту. Там. И вот сидишь. Сколько дыхания хватает, тоже 10 часов. Потом третью, ну и всю гамму.
Ну, только я сыграл уже ритмичный рисунок, да, это потом. А сначала длинная-длинная нота и больше ничего. Вот это как по миску ударять. Вот это база, начинается база. А все как хотят. Все берут обычно флейту и начинают там хаотично что-то там. И вот у них там, вот это вот человек, который бессистемно, да, не знает вообще ничего, просто вот знает, что на флейте можно играть. Вот у него начинаются такие позывы. И я встречал людей, которые за ним, вот на флейте, помню, встретил одного немца. Я говорю, сколько играешь? Он там 5 лет. А я говорю, а как, у кого сейчас занимаешься? Он говорит, по Ютьюбу. Ну, в общем, по Ютьюбу занимается, и качество вот такое, как по Ютьюбу. То есть он, когда человек не знает этих основ, глубины нету. То есть флейта, вот эта индийская вообще музыка классическая, это про глубину, это про состояние. То есть состояние там, которое внутри, в нашем сознании. Это медитация. А игра на скорости, какие-то красивые там узорчики там и так далее, там нету глубины. То есть это все равно, что ударять по мешку, да, допустим, там единоборец, да, вот он сразу пришел и начал молотить по нему. А ему тренер остановит и скажет, выстави позицию, ножку туда поверни, корпус туда, плечи так опусти. И медленно выстраивать движение, да, как оно правильно должно быть. И вот он, ему сначала это не по мешку надо ударить, а просто движение вот это отстраивать. То же самое и с флейтой. Ну, в принципе, и с чем угодно, да. То же самое с асаной в йоге. То есть, почему это надо? Потому что внимание у нас, когда быстро, мы не успеваем, оно не сработает. Чтобы была глубина, нужно медленно все делать. Пранаяма дыхательной практики. То же самое. Вот эти там, вот эти всякие интенсивные штуки, там, выдох через нос, вдох через нос, выдох через рот, там, это не пранаямы. Это физиологические дыхательные практики. Но пранаяма – это всегда про внимание, про медленное, внимательное, скажем, наблюдение и за дыханием, и то, что происходит в сознании, когда ты медленно начинаешь дышать, там ты начинаешь вылавливать то, что никогда в твоем, как фонариком освещать уголочки твоего внутреннего состояния, там мысли, эмоции, чувств, ощущений. Вот это вот про это. Поэтому все как бы всегда начинается вот с этой базы, с медленного, с удара по мешку полгода, год. То же самое с нотой. Слышно, не обрезает? Обрезает. Прям первый момент ноты есть, а потом все, тишина. Интересно, почему? Ну-ка, если вот так сейчас я попробую. Так, чувствительность у меня. Ну-ка. А вот так вот. Сейчас слышно, да? Был звук, да. Угу. Все равно обрезал. Не слышно. Вот. И длинная происходит. Длинный выдох, короткий вдох, длинный выдох. Ну, как вот в пранаяме. База пранаямы. Если физиологически говорить, на уровне физиологии, длинный выдох – это всегда про накопление углекислого газа. Большее количество углекислого газа, который притягивает, когда у нас его больше в крови, да, он больше притягивает кислород. Соответственно, происходит улучшение газообмена. Почему вот длинные выдохи не рекомендуются, да, вот в пранаяме и вообще в дыхательных практиках. То есть это для оздоровления, для успокоения, потому что там парасимпатика включается. Вот, так, это про основу, про базу, да, что вот все начинается с построения фундамента. Вот во всех практиках, я бы так сказал, в том числе и в музыке. Получается, что мы здесь утверждаемся в намерении, потому что для того, чтобы сохранять себя на, ну, вот на этом, на уровне терпения,
проработки должно быть очень сильное намерение что-то сделать, и тренируем внимание первое время. Ну, вот тут с намерением сложно, тут не так все просто. Почему? Потому что ну, тем, чем мы занимаемся, это может быть намерение, когда мы маленькие, там, и родители заставляют ребенка. Вот. И, может быть, как-то мотивируют, там, отучишься на музыкальном инструменте, мы купим тебе машину. Ну, что-нибудь в таком духе, там, не знаю. Вот. А другое дело, когда это идет изнутри, желание. То есть там уже воли не надо. Вот я когда ходил на занятия, да, вот к своему учителю в Москве, раз в неделю у нас получалось. Для меня это было как на свидание с возлюбленной. То есть я бегом бежал, я для меня соприкосновение вот с такой игрой, как вот он там играл, он там сыграет что-нибудь, я просто балдел, я не представлял вообще, как это возможно так играть. Вот, вот, вот на таком инструменте, да, и ты можешь играть любую мелодию там, а индийские мелодии это совсем вообще другое, это как джаз, там, они не, там нету логики такой четкой, как у нас там, таких паттернов простых там, да, таких, как он, русские народные песни, например, да, там, ну, во всем мире они, народные песни, они очень просты, вот, по своему музыкальному, по структуре. А индийские, вот они очень сложные такие. И я просто балдел от этой музыки. Мне просто так хотелось так же сыграть. Я вот поэтому бежал просто бегом. Мне не надо было себя заставлять. Приходил домой, потом еще играл. Играл. И вот достаточно долго не получалось. Вот поэтому намерение тут, особенно вот в таких вещах, это как взаимоотношения между... мужчиной и женщиной. То есть насильно мил не будешь. Но тут, получается, у тебя было соприкосновение с мастером, который тебя уже настроил просто от встречи. Того, что ты услышал не в Ютубе игру на флейте. Да, здорово, красиво, хочу так же. А сразу передача была, вероятно, так? Ну, в общем-то, да, но вот именно... как бы мастер мог бы там и в другом чем-то быть, да, но тут в данном случае почему, я не знаю, так вот получилось, что мне так получилось, я не знал ничего про индийскую флейту на самом деле, вот, мне друг, я ему сказал, что хочу на флейте играть, на какой, говорю, не знаю еще, и он мне дал маленькую флейту, бансури, вообще маленькую, и говорит, это бансури индийская, мне такое интересно, ну вот, начал на ней мелодии подбирать, там, играть, а потом понял, что это все игрушки, да, и я говорю, я хочу как-то посерьезнее. Тоже еще не понимал. И когда вот я первый раз пришел, мне сразу же дали вот такую большую флейту, вот мой учитель говорит, вот на тебе, и учись. А у меня пальцы не достают, как там играть. Он играет, вот играет, допустим, там, что-то такое, если в индийском стиле. Не слышно тебя. Звук. Да? Не слышно. Не слышно? А если вот так вот сейчас? Нет, пропал звук. Что-то у нас со звуком не получается. Не слышно. Да, сегодня странно. Вот. Если микрофон выключить, если встроенным микрофоном попробовать, может, он не такой чувствительный? Я сейчас встроенным и делал до этого только что. А-а-а. По идее, это вот этот микрофон, который у меня вот здесь стоит, он должен. Ну-ка, сейчас вот так вот. Ну, он начинает. Потом... пропадает. Ну, ладно. В общем, он сыграл мне индийскую музыку, там, рагу индийскую. И я так забалдел. Вот. И я к нему где-то год или два даже ходил. И каждый раз я бегом бежал, когда он приезжал там, с концертов, там, когда он возможности не было. Потом мне стало реже. Он на концертах больше, да, там месяц, допустим, я не могу к нему сходить. Я говорю, а ты у кого учился? Он говорит, я в Дели, в Индии. Я говорю, да, а можно я к твоему учителю? Он говорит, конечно. Я поехал в Индию к нему учиться.
Вот, и поэтому здесь намерение тут не столько намерение, сколько вот в этом случае это какая-то некая страсть, да, некоторое желание, когда тебе не надо себя заставлять. Вот, и там я играл по 4, по 6 часов в день, иногда по 8. То есть там вот играешь, ешь и спишь, и падаешь, да, вот. Потому что как бы игра на флейте, ну, и духовой инструмент, то есть много дыхания, соответственно, ветер, да, он разжигает огонь, то есть это ощущение аж как будто там температура поднимается, жарко там, как-то вот дискомфортно, вот когда, ну, когда перебор, это в любом случае дыхательные практики. Вот. Но, тем не менее, вот мне очень хотелось и быстрее хотелось. Я потом понял, что быстрее не получится, вот сейчас уже, да. Наоборот, как бы надо давать отдыхать. То есть не количеством до определенной степени можно брать, да, количество переходит в качество, но на протяжении времени. А вот так, чтобы там, допустим, по 10 часов играть и это ускорить, нет. То есть есть такая точка, но если после перебора ты уже, наоборот, хуже начинаешь играть. То есть прогресс уменьшается. Ты как бы, ну, как и во всем. То есть если в йоге там заниматься там по 10 часов в день, просто на следующий день тело вообще не будет работать, оно деревянным станет, закрепатура будет, и никакого толка от этого не будет. Лучше там регулярно, самое главное, да, это во всем так. Там регулярно, определенное количество часов и вот без остановки. Это вот по поводу намерения. Понятно. Мы с тобой поговорили про структуру, про терпение и регулярность. Ну, Импровизация. да, про структуру, еще про импровизацию можно еще сейчас, да, поговорить, потому что, но это во всем так, это в любом деле. Если человек хочет быть мастером, без структуры там не обойтись. Даже если там человек хочет быть просветленным мастером, например, да, вот, и он решил медитировать, и, в общем-то, вот посвятить свою жизнь медитации. Без структуры не придет он к расширению сознания. Но у меня тоже все завис. видно. Ага, вот появилась, вернулась. Да, все, видно тебя. Поэтому вот структура обязательно. То же самое вот недавно, допустим, был я на встрече одной, да, там выступал парень молодой, шаман. Вот, он за практики определенные, да, ну, сейчас энергетически я бы их так назвал, да, в большей степени. То есть это работа с энергией, да, работа ну, с вниманием в какой-то степени, но не с мышлением. То есть это, если психология, допустим, коучинг, это работа с мышлением, да, со структурами личности, да, со смыслами, там, с ценностями, ценностным уровнем, то шаманские практики и, в принципе, йога, да, если вот она как бы, ну, без текстов идет, да, без определенного изучения какой-то тоже системы, да, то есть она тоже, в принципе, по большому счету, как шаманская практика, да, вот работает с энергией. И то, что я вижу, что это ведет до определенного уровня человека, но потом ему нужна структура, ему нужна знания нужны какие-то, определенная система, неважно, как это, допустим, западный подход, это, можно сказать, корни идут из греческой философии, да, то есть из риторики, философии, логики и так далее, да, то есть это вот наш западный подход, да, вот.
восточный подход, ну, в нем тоже есть определенная система, да, вот йога, например, там санхья, там и так далее, то есть, и, ну, без нее человек, то есть любую традицию какую-то берет, да, и вот через нее человек дальше развивается, то есть он берет определенную структуру, определенную систему, и вот по ней как бы по ступенькам дальше развивается, становится, расширяется, да, и в том числе, если мы говорим про там, открытие сердца, когда человек, ну, как этап, да, открытие сердца, как этап, эволюционный этап, да, то есть один из таких, скажем так, фундаментальных этапов человеческого развития, да, вообще эволюции человека как человека, да, когда вот он на другой уровень выходит вот, именно в человеческом качестве, то есть открытие сердца, это тоже созревание до определенного уровня. Человек должен созреть, личность должна созреть, как плод. И тогда уже происходит сознание, может трансформироваться, оно может уже расширяться и соединять все в себе. До этого же, пока не созрелась вот эта система, структура личности, да, все практики, любая, то есть все будет интерпретироваться из уровня вот этой структуры человека. Если у него структура, ну, например, там, я не знаю, он шаман, к примеру, да, то есть это природа, это какие-то духи, какие-то силы потусторонние, там, сверху, снизу, ну, вот, это уровень мышления, да, то есть это больше такое дорациональное, вот, и интерпретации будут именно вот из этого, исходя вот из вот этого уровня. А если человек, допустим, закончил МГУ, да, но не просто вот современный, да, а, допустим, там, с каким-то профессором, который же вышел за рамки, восприятие его вышло за рамки его теории, да, и вот этой психологической науки. То есть он вырос, да, созрел его личность, он понял, что все относительно, даже то, что он преподает. И вот человек, соприкоснувшись с таким уровнем человека, да, он тоже как бы вот ускоряется, да, в своем эволюционном развитии. И когда он будет интерпретировать вот рост, да, сознание человеческое, да, он уже будет интерпретировать с большей сложностью, то есть его система описания, восприятия, там, она сложная, она может обрабатывать на разных уровнях сознания, работать, да, то есть она может видеть, соединять, разъединять, то есть вот такая, да, и, соответственно, человек такой, он может создать какое-то новое описание, соответствующее современность. То есть, если, допустим, там в 50-х годах описывали так, да, то сейчас мы можем писать, допустим, с точки зрения там, компьютерной системы, да, там, браузера, там, операционной системы, да, и по-новому, по-современному. И это будет понятнее для современного человека. А откуда профессор, там, ну, вообще какой-то человек знает? Да, он современный, он читает, он понимает устройство там, технологий современных, цифровых, потому что он понимает себя. Вот. Ну, мы сейчас, конечно, тут немножко отошли от состояния потока, но так вот, и когда у человека есть структура, вот его поток, да, он везде, он всегда у каждого. У нас сейчас, у тебя есть, у меня, у тех, кто смотрит. Он всегда через человека проходит поток. Но, во-первых, он его не осознает, а, во-вторых, он не сможет его интерпретировать. У него нету какой-то своей системы. Но какой-то человек может интерпретировать. Он скажет, там, с точки зрения йоги, кто-то скажет с точки зрения шаманизма, кто-то скажет с точки зрения тех же самых цифровых технологий. То есть, как бы, мы чувствуем поток, да, допустим, какой-то свой. Да, в своей какой-то именно в своем направлении, да, там, ну, все равно связанный с личностью и социумом, да, то есть по-другому не может быть там. Вот.
И, соответственно, когда есть вот эта зрелость, а зрелость, она как раз вот это фундамент определенный, неважно в чем, да, то есть человек прошел определенный опыт создания базы. Есть, допустим, он у него есть структура, допустим, музыкальная, а еще он. Да, сейчас слышно, да? Да, опять видно и слышно, да. Да, когда у него еще есть несколько разных систем, да, он изучил, то у него еще картинка еще лучше складывается. Да, он может на разных языках говорить, потому что понимает суть. Вот, и тогда состояние потока, оно становится созидательным. Например, про Менделеева, по-моему, говорят, как он увидел свой элемент. Да, он увидел его во сне, по-моему, смотрел на огонь. Человек там какой-то известный, у него открытие произошло именно, он смотрел на огонь. Это Менделеев, который, не помню кто-то. Но суть в чем? Что человек словил состояние потока, и благодаря тому, что у него система описания готовая, допустим, химические элементы, да, он уже сидел над этим, работал, там уже у него там, и вот не хватало ему какого-то элементика, да, чтобы там все срослось. И бах, вот ему это приходит. Вот он из состояния потока, но он это материализовал в виде открытия. Да? То есть, вот. Стоит в состоянии потока. То же самое музыка. Например, есть определенная рага-композиция, то есть определенный лад, который я знаю. И в этом в рамках этого лада, в рамках этого формата, этой структуры, я могу ловить поток и производить музыку именно вот в соответствии вот с этой композицией. Жалко, конечно, звук не идет, но попробую сейчас. Нет? Ты сегодня не хочешь улавливать микрофон. Пропало все. Так, можно попробовать через наушники еще, кстати. Попробуем через наушники, вроде работает. Ты как раз упомянул рагу. Не все знакомы с теорией индийской музыки. Может быть, скажешь про рагу? Что это такое? Индийская рага. Да, сейчас расскажу, и как раз это соответствует, да, состоянию потока. Вот сейчас мы проверим звук. Как сейчас будет? Все равно пропадает в какой-то момент. Начинается. Окей. Значит, не судьба слушать импровизацию. Через наушники немножко лучше, там хотя бы какая-то фраза помещается в этот звук, но потом все равно пропадает. Ну, ладно. В общем, если импровизацию послушать, да, у меня есть вот на YouTube, вот там же, где все смотрят, у меня там есть видео, в которых вот я играю раги определенные. Музыки. Вот. И что такое рага? Рага – это вообще в переводе с санскрита – это эмоция, окраска, чувство. Там, не знаю, очень много значений. Ну, можно назвать эмоции, да, можно назвать... эмоций, не знаю, вспышкой, как, ну, что-то такое, вот, да, связано больше всего как раз с состоянием. Не с мыслительным процессом, а именно с состоянием. И вот, в принципе, аналогия западной музыки – это лад определенный, то есть в котором есть определенное сочетание нот. И вот в рамках этого сочетания нот определенного, да, то есть другие ноты исключаются, например, какие-то не играются, вот, появляется определенная гармония.
И вот в рамках вот этого всего лишь, да, лада идет композиция, это импровизация. То есть есть два вида индийской музыки, есть южная индийская, вот, и хиндустани, североиндийская традиция. И в южной это больше, как вот у нас западной, какие-то композиции разучиваются и повторяются. А в индийской, в североиндийской все основано на импровизации. То есть ты учишься не какой-то конкретной музыкальной композиции, а ты учишься играть на основе вот этого лада свою музыку. И чем оригинальней ты, больше разных сочетаний, ну, как в шахматах, да, много разных вариантов. Можно пойти так, можно так, можно так. Здесь то же самое в раге. Ты можешь идти как хочешь. Вот. И чем, ну, во-первых, технически искусней, да, то есть это определенное там качество звука, там, звук, очень тембр звука у каждого там человека, от флейты зависит, от его собственных навыков. То есть один музыкант так играет, другого звук другой. Вот. И сочетание определенных интересных ходов, да, тем оригинальнее. То есть вот есть известный во всем мире флейтист, бансурист Хариппрасад Чаураси. Вот, вот когда его там слушают, да, профессионалы, они говорят, вау, вот это уровень мышление, да, сознание, как вот он играет. Но если так вот не вдаваться, да, там просто послушать там одного, другого, ты не поймешь. Ва, этот здорово играет, и этот, а что в нем такого особенного, да? Чтобы понимать, да, нужно быть, ну, вот таким специалистом каким-то там, много послушать, много прочувствовать, да, и понять, что, во, вот это уровень другой. То есть там уровень мышления, там уровень как бы сказать, новизны, да, то есть как бы стиль Хариппрасада свой, он в итоге создал там свой стиль, там, вот в этом стиле сейчас люди играют, там есть там другой стиль, там по-другому, хотя одна и та же рага, один и тот же лад, да, может быть. Вот, и научиться вот импровизировать именно рагу индийскую, да, по Ютьюбу. Ну, если одаренный человек, то да, но в любом случае он придет к другому живому учителю, чтобы именно через вот живое вот такую коммуникацию учиться. Ну, это можно даже в Zoom, как сейчас, да, но именно не по YouTube, да, когда уже там нету общения, нету деталей, нету вообще вот, скажем так, энергетического такого взаимодействия. Не научиться. И рага это вот как раз про вот эту медитацию, про глубину, про чувствование этой раги. Потому что у каждой раги свое настроение, свой оттенок. Есть свои какие-то каноны, например, да, которые как бы вроде как нельзя отступать, но если ты уже, конечно, профессионал высокого уровня, ты можешь отступить. Ты осознанно это сделаешь, да, не просто там нарушил правила, да, а ты осознанно его нарушил, потому что ты увидел какую-то новую гармонию. Вот. Вот. Но в целом есть вот канон, да, и вот в рамках этого канона там раги ты играешь. И может быть так, что есть две, допустим, разных раги, ноты у них могут быть одинаковые. Ноты одинаковые, а раги разные. Почему? Акценты разные. Акценты и настроение разные, может быть. Акцент в чем заключается, да, что в одной раге, допустим, акцент на определенные ноты. Акцент что значит? Да? Есть как бы главные ноты. Какая-нибудь там. Ну вот, значит, слышно будет. Вот, допустим, вот в раге вот это будет главная нота вот такая. Она чувствуется, да, на ней хочется задерживаться. Она и по логике, и по ощущениям, вот она вот главная, да, на ней больше задерживаешься, там вокруг нее больше начинаешь играть. А в другой раге те же самые ноты, но там акцент на другую ноту. И, соответственно, получается ну, другое настроение, другое качество. Да, там. Вот. Потом также есть вот,
чем рага заключается, может быть, да, часто это очень происходит, что когда вверх идут одни ноты, а обратно вниз спускаешься другие ноты. Ну, либо какая-то убирается, либо какая-то дополняется. Вот, и получается такая тоже некая такая джазовая математика. Вот, но когда это много раз повторено, вообще не думаешь. Вот берешь, да, правила, ноты, правила, и на скорости можешь это все делать, ну, такой, да, не думая, но именно вот как-то попадается так, что ты не нарушаешь определенные там правила, да. Вот, и это как раз вот база. И тогда получается, что как бы ты, так как состояние, да, поток, по большому счету, всегда есть, да, сознание, и ты можешь провести его через определенную структуру. В данном случае это структура физическая, да, это тело, дыхание, потом инструмент, да, с определенной тоже своей структурой, и определенное правило. Да, и вот получается музыка. Осознанная, да, в каком-то формате, в каких-то рамках музыка. Это вот мы говорим, да, про классическую традиционную музыку индийскую. Вот. И это йога. Это реально вот этот инструмент, он включает в себя очень много параметров. Пранаяма, дыхание, очень мощное. За несколько лет вот этого дыхания, там по 2-4 часа, и структура энергетическая, она выравнивается, она становится сильной. Вот. Человек становится мощнее, эмоционально мощнее. Да, то есть в проявлениях мощнее, то есть он мощность дает. Вот если взять там флейтистов, таких известных, они все такие здоровые, как борцы. Потому что вот, ну, прокачиваются, да, энергетическое тело такое прокачивается. Потом концентрация на звуке. Вот флейта, вот именно индийская, в ней нету кнопочек. Да, как, например, на пианино, на гитаре. То есть ты там настроил инструмент, ты на кнопочку нажал, у тебя точный по камертону звук воспроизводится, да, там в определенных герцах. Здесь не так. Здесь ты чуть неправильно флейту повернул, внимание ушло, там пальцы слишком напряглись, и звук уходит. То есть ты вместо четкой, допустим, ноты до, у тебя будет там до диез. Ну, четверть. То есть ты будешь фальшивить. А здесь вот для этого играется специальное, ну, сейчас приложение, а так специальный инструмент. Это тампура. Вот. И она играет, вот в данном случае у меня нота ми. Так, сейчас только у меня что-то колоночка не включается. Так, где она? Сейчас включится. Вот, нота ми. Я должен играть в унисон. Вот, сейчас я включу. Слышно, не будет? Слышно? Слышно, да? Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, но почему-то он не улавливает микрофон сегодня. Такие звуки, да, равномерные. Да. Вот, ну, в общем, играется с определенным приложением, там, звуком, да, то есть, и надо очень четко слышать. А у флейты, у нее спектр не как у, там, у меня камертона, знаете, одиночный звук, да, он вот такой. И ты вот среди вот такого спектра, диапазона, я бы сказал, частот, тебе надо прямо в самую суть, да, самую-самую попадать и слышать ее. Да, вот как я всегда говорю, рассказываю, там, когда там кто-то меня учится, смотрите, да, вот есть мишень, вот есть десятка, девятка, восьмерка, семерка, четверка. И надо попадать в десятку. А когда ты только учишься, ты не слышишь десятку. Не слышишь. Да. И на что ты ориентируешься? Ориентируешься на обратную связь. Вот человек берет, играет, я говорю, нет, выше, ниже, ага, ага, ближе, ближе, да. Вот сейчас, оп. И он попадает в десятку, но он еще не осознанно попадает. Он сам не слышит.
Он такой, да, я в десятку сейчас попал, да, попал, я играю точно. А, вот. Я говорю, запоминай. Вот, запоминай. И запоминание, оно не на мыслительном, как ты запомнишь, да? Ты должен запомнить, ты сам стать тюнером должен. Как бы начать слышать. Как настроить себя нужно на этот звук. Да, да. То есть флейта, да, то есть в данном случае флейта, это для чего? Для того, чтобы себя настроить. А когда ты себя настроил, ты уже через флейту можешь транслировать настроенный звук, настроенную рагу, там, да, эмоцию, там, чувство, там, да, настроенный ритм. Потому что сейчас мы еще про ритм поговорим. То есть отдельная история. Вот. И я могу сказать так, что я ни вокалом не занимался, там, я ничем, кроме вот то, что вот играешь, там, да, слушаешь постоянно. И слух становится очень качественный, да, слышишь тональности очень хорошо, да, тут же схватываешь мелодию какую-то, слышишь, если человек отступает, там, и так далее. То есть звук очень, слух очень хорошо развивается. Это один из органов чувств, то есть надо йога еще есть такая, да, когда ты там начинаешь слышать уже за рамками нормального звука. Да, ты начинаешь слышать более тонкие вибрации там, звука, да. То есть, как вот человек может запах обонять, который мы не обоняем, а человек вдруг там, за несколько метров, например, другого человека учуял, да, там, или слепой, как они чувствуют, да, через обоняние. То есть это мы можем развивать. И вот через флейту это тоже развивается. Именно через вот такую бамбуковую и индийскую традицию. Что еще? Ритм. Да, я сказал, дыхание, слух, дыхательная система, да, ритм. Очень важная, я бы сказал, один из важных параметров работы с умом. Вот если звук, мелодия, это с чувствами, с эмоцией, потому что там тоже вот этот пласт очень хорошо прорабатывается, да, через учителя, через атмосферу традиционную, там, определенную, там, запахи, благовония, допустим, да, и ты как бы пропитываешься вот именно традиционным таким подходом. То есть, и, допустим, в данном случае индийский. Есть там южноамериканские традиции, да, на флейте, там другое, другие запахи, другие визуальные образы и так далее. Вот. А это что, так, значит, это я сказал про чувство, да, а есть работа с умом. Это математика, да, ну, это музыканты, которые там играют, они понимают эти вещи, да, западный подход, он больше даже математичный, то есть там ноты есть, там всякие есть паузы, там все это по нотам читают. В индийской традиции ноты есть, они очень простые, просто ноты и все, там нету ну, такой нотный грамотный. Ты должен просто прокачаться через постоянное взаимодействие с учителем. Ты как бы интуитивно прописываешь себе вот это знание. Ты по нотам смотришь, но это вот, допустим, как просто буквы, слова. Вот взял, допустим, написал слово, да, из букв. Вот, ну, вот его понял, да, вот как бы и все, да. Без... как иероглиф, можно сказать, наверное, китайский, да, в который там один иероглиф, там 30 значений может быть, да. Ну, вот здесь что-то такое подобное. Вот. И ритм, вот еще раз, да, то есть ритм очень, вот в индийской музыке очень важен. Там играется с ритмом, ну, вот композиция, она сначала строится на свободной импровизации без ритма, а потом там вторая часть с ритмом. И ритмов в индийской традиции очень много. Я на самом деле только ну, использовал вот два всего ритма, там 10-битный и 16-битный, но в основном 16-битный. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Да, и вот он по кругу 16-бит, там 4 по 4. Да. Вот. И в рамках ритма
ты уже играешь, ну, ритмическую музыку, да, то есть там какой-нибудь ритм там тан 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 та да 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 и пошел. Не слышно. Что, да? А если попробовать повыше флейту, ну-ка. Тут даже больше немножко, там хотя бы проблески были, а здесь нет. Да, что-то флейта все не берется. Хотя вот микрофон раньше брал, непонятно. Ну ладно, и в общем, ритм, упражнения. Все упражнения, в принципе, в музыке, в любой музыке, да, они связаны с ритмом. Метроном стоит, да, вот у нас там чик-чик-чик-чик-чик-чик, и пошел. Вот оно, да, а метроном идет. Вот, идут разные паузы, да, то есть получается, есть где-то играется на один бит, допустим, две-три ноты может сыграться, можно играться на один бит одна нота, а может быть там медленно на там три бита, тын, 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 одна нота всего, да, то есть это уже разные ритмы такие, да? Музыка, вот она как раз состоит из ритмов, там, можно, я, похоже, еще напоминать, я бы сказал так, метафора такая, бег с препятствиями, да, когда человек бежит, и если там, как бы, ну, кто знает спорт, да, там на разных расстояниях стоят препятствия, чтобы ты не привык. Да, так ты бежишь, у тебя все так чик-чик-чик-чик-чик перепрыгнул, чик-чик-чик-чик-чик перепрыгнул, а там так так-так-так-так-так перепрыгнул, потом так-так-так опять прыгнул, тут так-так-так-так-так прыгнул, да, чтобы ты как бы был более алертен, да, более внимательный, да, чтобы тебя тут, ты не подстроился. Вот, и здесь то же самое, то есть вот в индийской музыке очень много вот с такими нестандартными ритмами в нотах. Ритм-то один, допустим, да, там, примерно 120 ударов в минуту. Но вот именно расстояния между нотами, они могут быть разные, и они очень такие нелогичные. То есть не так, как вот у нас. У нас вот как раз западной музыки, особенно попсовой, популярной музыки, да, там вообще все очень стандартно, да, и очень там... Ну, какой пример привести, да? Он уехал прочь на ночной электричке. Вот. А если бы с индийской было бы, примерно было бы так. И то, даже я сейчас изображаю все равно в ключе логик, такой логичный. А там, вот жалко, флейту не слышно, да? То есть там как джаз. То есть ты никогда не знаешь, вот если ты слушаешь, да, ты не знаешь, что будет, ты не можешь просчитать, потому что там нету вот этой, наверное, привычной логики. А зачем же тогда ритм нужен, если логики нет. Нет, она, она есть, она просто другая, она сложная. Логика есть, и без нее никак, да, то есть и на разных уровнях, да, там, ноты, но это уже вот, вот и получается, что вот как раз мы подходим так к метафизике, когда вот суть, да, потока, когда оно идет, ну, можно сказать, из сердца, да, из интуиции откуда-то. И оно сложное, оно не такое простое, вот такой тын-тын, да, вот. Та весидел кузнечик, та-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 та. То есть оно простое, оно приятное, веселое, интересное, но оно простое. А сложное оно будет... Вот как, допустим, если послушать там вокал индийский, да, он там... То
То есть вот он задумчиво очень, медленно сначала, а потом быстрее, 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 а потом на таких скоростях он поет именно mm-hmm. вот эту нелогичность. Но для него она как бы наработана, да, там. Mm-hmm. То есть там полутона идут, да, допустим, там вот если мы возьмем там вот нота, да, допустим. Слышишь меня, да? Если у нас потом идет вот это ми, да, потом, да, стандартно, да, до, ре, ми, там, ми, фа, соль, ну, такие, да, то тут здесь будет диез пойдет, допустим. Полноты, полутон. И, ну и так далее, да, то есть оно нестандартное, но оно, ну, другое качество, да, я не говорю, что лучше, хорошо, оно другое, да, вот и в данном случае музыка индийская, вот, и, ну, для западного мышления это вызов определенный, и, соответственно, тоже усложнение системы, то есть, как бы, ну, мы вот привыкли по шаблонам, да, вот у нас вот так, 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 да. А как усложнение системы происходит? Да, что-то новое приходит и необычное. Как бы ты выходишь за рамки комфорта, за рамки привычного твоей структуры. И твоя структура усложняется. И вот это усложнение структуры, оно разными способами может достигаться. Вот, но с помощью медитации, допустим, оно не усложнится. Но с помощью медитации... Медитация даст энергию, приток вот этой внимательности, благодаря которой она может усложниться именно через ну, какую-то активность мыслительную, там, я не знаю, то, чем человек занимается, да, то есть он может выйти на новый уровень там, какого-то своего творчества, созидания какого-то, да, там, я не знаю, там, социальной какой-то манифестации, то есть был просто йогом, а потом начал преподавать. А потом понял, что вообще это мало. Стал рисовать. Или там стал, я не знаю, там хлеб печь. Это тоже вызов. Да? Не просто печь, а еще в бизнес его превратить, в систему в какую-то. Да? Это опять рост, да? Сложности восприятия. Если он еще музыкой занимается, да, то есть насколько получается многогранное сознание, да, оно как бы созревает, а потом в какой-то момент как бы все становится как бы относительным, там, не таким важным, и флейта, и хлеб, все остальное, вот, и получается как бы там некий такой уровень большей свободы, да, человек не привязан то, чем он занимается, он любит это делать, но он не привязан. И он готов еще дальше, может быть, что-то новое познавать, там, понимать там, и так далее, и так далее. Вот пока не созреет окончательно, как плод. И тогда Боженька его сорвет и заберет к себе. То есть, что это такое? Душа созрела и готова вернуться к Богу. Да? Вот к этому... Абсолюту, там, к атману, там, да. Вот она созрела здесь, вот в этом воплощении, да, вот в этой социальной активности, да, там, познавании, там, созидании и так далее. Вот. И, в принципе, вот то, что сегодня, да, как бы я рассказываю, да, это применительно не только к музыке, это применительно ко всему, ко всей жизни, чтобы вот человек мог создавать свою музыку. Но что нужно? Нужно терпение, конечно, много. Вот. Потому что это всегда вот сопровождается, часто сопровождается вот такими взлетными падениями. Почему? Потому что как бы ты вроде как что-то понял, вырос, да, а в какой-то момент этого мало становится. И старое начинает разваливаться, да, начинаешь падать вниз, как бы якобы. Вот.
Но потом как бы оно как бы разобралось, так как кубик Рубика там чик, а потом собралось в что-то новое. И ты собрался. И так потом опять разобрался, но всегда ты как бы больше становишься. Как кубик Рубика, он растет. Он вот такой становится уже большой, потом еще больше. То есть, и там больше элементов становится, то есть он усложняется. Вот. Вот как-то так. Можно объяснить вот через флейту, через музыку вот такую индийскую, как мы растем. Здесь вот почему я говорю так, да, я еще вот, уже там пару лет, наверное, изучаю спиральную динамику. Это есть такой подход Кена Вилбера, интегральный подход. Вот, и он как раз вот описывает сложность усложнения человека, усложнение его сознания, там, мышления и, соответственно, рост такой некой зрелости, созревания. Для чего это нужно, да, когда человек созревает, там, зрелый становится, ну, у него больше свободы становится, он более свободный становится. То есть вот это переживание, которое тревога там постоянно, да, там у человека там страхи за будущее, они приобретают такую условность. То есть человек понимает, ну, не знаю, что игру такую своего разума, да, он у себя более осознанный, он уже понимает. Он не значит, что он игнорирует там тревоги там и так далее, да, но оно уже не так на него сильно воздействует, он так отождествлен с этим. Вот, но при этом его ответственность, его понимание причинно-следственных связей, оно больше, он четче это видит. Он понимает вот эту ответственность. То есть он не просто там как-то взял, как вот любят сейчас, да, вот медитацию, шел, все, я теперь ничего, никакой тревоги не чувствую, у меня все хорошо, там, то-сюда. Вот. Это не про сложность и не про ответственность. Это про игнорирование такое. Вот я не хочу это переживать, воспринимать и так далее. А тут по-другому. Ты как бы это готов проживать, но настолько ты видишь и условность этого всего, да, вот вообще твоего собственного восприятия, и настолько ты понимаешь, как для чего это тебе надо, да, как это можно трансформировать в энергию созидания какого-то, да. То есть, соответственно, ты как бы и все используешь на созидание вообще на самом деле. Вот все начинает. То есть ты человек становится творцом, да, как вот говорится, да, то есть подобие Бога, то есть творец. И вот все к этому и должно идти. Да, любое, скажем так, любая жизнь, да, собственная, да, любые какие-то действия к тому, чтобы эту энергию, да, свое сознание, там, чувства свои, да, свое понимание, да, чтобы оно все вот реализовывалось во что-то, вот именно твое уникальное, да, и получать какое-то удовлетворение такое от жизни, да. Вот, ну и состояние потока, соответственно, другого качества, да, они разные могут быть, да, то есть в зависимости вот от этой сложности человека состояние потока как бы трансформируется по-разному. То есть вот я бы сказал так, человек становится как трансформатор, да, вот поток-то, вход электричества у всех одинаковый, да, вот, ну вот он идет, сознание, да, поток, а вот выход разный. У кого-то вообще ничего не выходит, потому что обмотка некачественная, и там просто раскаляется, да, и вся энергия, она уходит в теплоотдачу в какую-то, просто вот никуда, да. А у кого-то там, бац, там 200, там идет 220, у кого-то выходит там уже какое-то электричество, другое качество, да, которое, а у кого-то еще выходит, да, то есть вот получается как бы по большому счету, мы как трансформаторы, да, вот этого божественного потока разные, и мы должны так настроить себя, да, чтобы из нас что-то выходило, то, что Творец хочет, чтобы из нас выходило, да, ради чего мы там родились, да, чтобы вот на самом деле реализовалось вот то, вот этот трансформатор, да, он реализовался, ну, кто-то картины написал, да, кто-то там, я не знаю, машину, дизайн создал крутой, кто-то двигатель, кто-то химический элемент, там, кто-то книгу написал, да, кто-то музыку создал. Вот они, трансформаторы, да, и вот
в общем-то, наша задача-то, в общем-то, так, наверное, и прожить жизнь, да, чтобы свой трансформ... вот эту будку трансформаторную, да, как бы так поработать над ней, будку, настроить ее, да, чтобы в итоге вышло что-то, да, из человека. Полезное такое, да. И для него, и для других. Ну вот, пожалуй, наверное, так. Вот сам говорю это, да, это, думаю, вау, вот оно как. Пока говорится, вот тоже это какой-то определенный поток. То есть, как поток бы, получился. Вот, да, и вот что-то проходит, да, и оно выходит вот сейчас в виде слов, да, в виде каких-то метафор там, да, сознания, каких-то инсайтов. Вот, но откуда это все берется, да? Это из постоянного какого-то своего там самосовершенствования, пожалуй. Да, вот тут вот есть вот инструмент, вот хочется играть лучше, допустим, лучше, да, какие-то моменты. Вот сколько вложишь, столько и получишь. 10 000 часов, как говорится, никто не отменял в любом деле. Понятно. Ну, стоп, может, какой-то еще вопрос? Я тут... Нет, ты ответил на все вопросы, которые были, и даже больше. Теперь надо брать флейту или расстилать, да, коврик и заниматься настройкой трансформатора. Да, да, но опять же... Самое главное не забывать это потом реализовывать. Да, да. Настраивать и... Вот, вот это потом... важный момент. Как бы настройку-то мы сделали, там обмоточку под улучшили, там качество тела, там, да, там дыхательной системы. А теперь надо еще и инструмент реализации какой-то нужен. Да? То есть, ну, у каждого свой, у каждого он есть. Каждый, уже большинство всех людей занимаются тем, что, чем они должны. Редко, когда человек занимается чем-то вообще, про то, что ему противопоказано. Тогда, как правило, человек болеет, там, да, его жизнь колбасит. А если человек, как бы все нормально у него, да, ничего его не бьет жизнь, то, скорее всего, он занимается тем, чем нужен, просто он занимается на 10, там, на 5% от своего потенциала. Ему просто надо вот как раз это состояние сознания, потока, да, вот, улучшить, да, чтобы энергия пошла. И оно пойдет, и он начнет реализовывать вот это. Оно потом начнет как бы трансформироваться, там, дизайнер, там, я не знаю, чат-ботов станет дизайнером, там, уже каких-то программного обеспечения, там, а потом он выйдет, может быть, там вообще на дизайн еще чего-то другого, да, более такого объемного, там, и так далее. То есть, ну, как бы вот в человеке уже есть. Я думаю, что большинство человек, людей занимаются тем, что они занимаются. То есть, все ищут предназначение, но, скорее всего, они уже все выполняют свое предназначение. Вопрос просто не тот уровень потенциала, который человек может, он выдает, не то. Съедается очень много энергии там, и потенциала на всякую фигню, которую он не замечает. Вот. Ну, а если человек хочет действительно увидеть свой потенциал, да, и улучшить, то ему еще просто лучше дополнительно что-то взяться, допустим, вот он чем-то занимается, и просто то, что вот ему нравится, для, не знаю, стихи начать писать, там, я не знаю, там, ну, что-то такое тоже творческое, но как бы чем он раньше не занимался, хотел, но, допустим, но не занимался. И вот это его может усилить, то, с чем он уже занимается, усилит его на порядок. То есть вот этот дополнительно смежная какая-то деятельность, она даст ему многократное усиление вот и того, и того. Но тут, опять же, надо серьезно к этому подходить, то есть заниматься, чтобы оно сработало. Ну, то есть серьезно, значит, просто уделять этому времени регулярно. То есть как бы, чтобы было развитие вот в той деятельности. Ритм, да. Да, да. И, кстати, вот игра... там, инструменте с метрономом, даже те же самые барабаны какие-то, вот этот ритм, да, оно влияет на всю деятельность человека. Там, допустим, на сон, на режим, там, на мыслительные процессы, то есть у него уже там начинает отваливаться все
какие-то тревоги, какие-то лишние, какой-то вот какая-то пешанина, там, винегрет в голове, да, он... Ритм что такое? Это структура. То есть есть хаос, шакти и шива, да, центр, энергия, ну, центр такой, да, вот. И они вместе работают, да, то есть просто один ритм, да, без потока, но это вот машина, это робот. Вот он на конвейере стоит, чик, вот у него функции, немного функций, вот он все, вот одно и то же делает. Вот она машина, да, и он никогда не будет танцевать, не начнет, там, не начнет там прикалываться там какой-то. Он у него все запрограммировано, и все. Вот это структура, да. А энергия просто, танец там, да, ветер там, вот это все, вот, это хаос. И вот вместе они создают вот эту красоту, цветок, вроде бы лепестки сами по себе, но какая-то структура есть, поэтому он красивый. Про ветер не можешь сказать, что он красивый. У него нет формы. У него нет формы. Он приятный, может быть, там, жаркий, горячий, да, но нет формы, ты не скажешь, что он красивый. А вот красота, это, и, пожалуй, наверное, есть вот некая такая сложность. То есть это сочетание именно энергии и структуры. Вот это и есть красота. И ну вот мы можем ее создавать, можем видеть ее, эту красоту во всем этом. А можем не видеть и не создавать. И тогда быть недовольными своей жизни. Нам будет не хватать чего-то постоянно. А тут, когда не хватает, будут и тревоги, и страхи. Вот. Я не говорю, что вот у меня все хорошо. Мне тоже часто не хватает, и часто вот, и тревоги есть. Но как бы, когда понимаешь эти вещи, да, и как бы, ну, взял он тревогу, я пошел на флейте, поиграл, ух, настроил себя через флейту, потом через флейту выдал красота. И я думаю, у каждого есть такие инструменты, в том числе и на коврике поежился, и какие-то новые формы, в новых формах постоять, посмотреть, понаблюдать. Тоже работает. Ну вот, в общем, пожалуй, состояние потока на основе системы, системности и структурности. Вот резюме. Хотите ловить состояние потока, нужна какая-то структура и система, да. И тогда оно вместе будет созидание себя и каких-то новых форм, явлений. Сыграл бы с удовольствием, но вот, к сожалению, видимо, может, это флейта у нас. Как сейчас будет? Первая нота так. К сожалению, обрезается звук. Даже тебя сейчас было не слышно. Куда-то пропадает сегодня звук. Ну ладно, может быть, он запишется на записи, кто его знает. Да, посмотрим. Ну что, если, может, какой-то вопрос есть, или будем заканчивать кто-то. Нужно посмотреть, вдруг кто-то написал вопрос. Я, к сожалению, не могу сейчас посмотреть. Не мой компьютер. Так. У меня тоже вопросов я нигде не вижу. Так, в клубе практика. Тогда будем ждать вопросов клуба. Да, ну это в клубе и тогда я. Будем отвечать. Часто как бы запустили тему. Если срезонирует, если будет интересно, то мы можем эту тему дальше поразвивать. Так. Ну все. Тогда
будем заканчивать. Спасибо. Вот две противоположности соединяются. Целое. Да. И становится единый поток. Ну все, пока. Спасибо. Пока.